Услышать мнение каждого. В Ханты-Мансийске сотрудниками Обско-Угорского института обсудили символ региона. Встречу провел главный редактор сетевого издания «Геральдика.ру» Юрий Росич. Напомню, Югра – единственный регион в УФО, который до сих пор не имеет своего зарегистрированного герба. Существующий символ составлен с нарушением геральдических правил. Его элементы не соответствуют статусу и достоинству региона. А соответствие им – это не каприз, а необходимость. Поэтому была проведена большая работа по исправлению ошибок. Авторы стремились максимально сохранить то, что было в прежнем гербе, и разработали 4 варианта эскиза, которые соответствуют канонам и отражают богатую историю и традиции Югры. Но окончательное решение примут, опираясь на мнение людей. По словам Юрия Росича, бурная реакция при обсуждении говорит прежде всего о неравнодушии югорчан и живом интересе. В отношении геральдики эта наука развивается вообще-то или нет? Ведь там символы какие-то уже застывшие. Но ведь ничего в этом мире застывшего нету. Геральдика, гербы, это, по большому счету, действительно символ власти, органов власти. И поэтому тут такие правила. При этом у региона, помимо именно герба, могут быть и другие символы, как таковые. Тот же вот этот нынешний герб, да, это эмблема. По правилам, ну, по сути, по геральдической сути, да, это эмблема. Она может дальше существовать. Она может дальше использоваться, но не как герб. То есть здесь чисто понятийная концептуальная проблема.